и его брат, магистр Бонни, они что-то вдруг захотели поехать к Чакам. У меня руки и ноги свело, я не могу быть. Чакуля, не прыгну, отстаньте, прыгаю. Привет-привет, друзья, вы на канале Мультипульти, всем вкусняшек и мороженок. И сегодня у нас продолжение приключений Фредди. Он спасает Лос-Сантос от затопления. И сейчас... Помогите! Он спасает Фокси и Мангу. Но сейчас, ребята, ваши, как всегда, ваши комментарии. Кто хочет попасть ко мне в видео, пишите ваши комментарии. Самый-самый лучший комментарий, как всегда, попадет в мое видео. Пишите больше. Чем больше комментариев, тем больше вероятность попасть в мое видео. Итак, я начинаю. Поехали! Фокси, где вы? Фокси, Мэнгу! Нога, Фредди, нога! Сейчас я помогу тебе, Фоксику! Вот, сейчас, вот тут! Нога, вот, всё! Ой, фух! Спасибо, Фредди! Ногу свело! Так, давай за мной! Давай за мной, Фокси! А где Мэнгу? Где Мэнгу? Я не знаю, она была со мной, она начала выплывать и потерялась. Ладно, не переживай, друг, все нормально будет. Так, ты спасен? Давай за мной, сейчас будем искать Мангу, нужно выплывать отсюда. Хорошо, Фредди. Помогите! Спасите! Ой, Фредди! Фредди, я слышу Мангу! Я тоже ее слышу! Давай выплываем! Выплываем, Фоксик, давай! Фух, я выплыл! Где ты там? Фредди, подожди, Фредди! Да тут, я тут! Ну где ты, друг? Вот, фух! Ой! Давай выплывай уже быстрее! А, хорошо! А я давай, ты выплывай, давай наверх! И плыви куда-нибудь на крышу дома! А я поищу Мангу! Хорошо! Так, давай, Фокси, давай, если хочешь, можешь мне помочь! Хорошо, я постараюсь! Так, где же... Помогите! Ребята! Мне свелился ногу! Так, это Мангл! Где ты? Мангл, ну где ты? Ну где же ты? Где же ты, Мангл? Так где же она? Ребята, ну где же она? Где же она? Я же должна спасти! Аниматроники не могут заржаветь! И все! Так, быстрее, давай! Помогите! Да я плыву уже, Мэнг, держись! Фредди, я тут! Что с тобой? Я не могу быть! А ну быстренько, ты что? Да, я очень испугалась, я не могу! Ты что? А ну быстро давай наверх! А ну наверх! Быстро, кому говорю? А ну кому говорю? А ну поплыли! А ну давай за мной, наверх давай! А ну кому говорю? Давай, шевели руками и ногами! А ну быстро плыви! Ой, фух! Ну хорошо, Фредди! Все, ой, заработала! Все, я поплыла! Фух, ну молодец! А то так бы и застряла внизу! Так, этих двух спас! То надо выплывать! Так, они поплыли на крышу дома! Где же тут дом? Надо тоже вылазить на высокое место! Эти цунами мне уж... Ой, ух! Ничего себе не получается! А ну-ка еще... Ого, какие волны, как они бросают меня! Так, ладно. Ой, о! Ребята, вы это видите? Это же парк развлечений! Он полностью затоплен! Так, на колесо не получается, на колесо залезть. А ну, сейчас я еще раз попробую. Ля,
Оно крутится, ребята. Его затопило, а оно работает. Вот это же скач. Люди! Ля, люди! Ля, весь пляж затоплен, ребята, вы это видите? Вот это крутяк, весь Лос-Анто затоплен. Вот это я натворил, делок. Ладно, ничего, сейчас все разрулю. Самое главное, спасти всех аниматроников. А потом мы с Бонни колдуном все тут разрулим. Он мне говорил, что нужно разъединить все книги и снова произнести заклинание. Я уже не буду искать Атлантиду, хотя она точно где-то появилась. О, машины! Ого! Машины всплывают и падают! Вот это ничего себе! Вы видите, ребята? Какие звуки! Да, весь Лос-Санто затопило! Машины всплывают и падают! Но где же тут высокий дом? Там же меня ждут Фокси и Мангу! Так, где же... Вау, крутяк! Ля, и люди плавают! Вообще жесть! Вот это да, мы тут гуляли! А весь теперь... Это же этот пляж! Он весь затоплен! Так, вон дом! Вон дом! Я вижу дом, ребята! Я вижу дом! Крутяк! Ребята, кстати, если вам нравятся мои видосики... Ля, люди поплыли! Люди выплывают! Если вам нравятся мои видосики и вообще приключения FNAF аниматроников, ребята, ну поставьте палец вверх, чтобы я знал, выпускать мне аниматроников или не выпускать, а может, вообще они вам надоели? Если надоели, я не буду ничего выпускать. А если не надоели, тогда поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Фредди, давай выплывай. Да выплывай, мультипульти, о! Ребята! Спасибо, Фредди, ты вовремя! Мне все руки-ноги свело! Да, братишка, спасибо, мне тоже ногу свело! Ты вовремя нас спас! Да не за что, ребята! Не за что! Мне просто Чика сказала, что у вас была вечеринка! Да, была вечеринка, а потом резко как... Громыхнуло! Полетели метеориты, и нас накрыло цунами! Такие волны! Да! Мы танцевали, танцевали, так было классно! А потом как бабахнет! Бах! Бах! Тарарах! И затопило! И мы с Фоксиком оказались закрыты в каюте! Спасибо тебе, Фредик! Так, ребята, сейчас Чика должна прилететь на вертолете! Ждем ее! Так, ну ладно! Фредди сказал, что спасет ребят и вылезет на высокое здание. Ну ладно. Так, надо его срочно искать. Так, где он может быть? Он где-то должен быть. Он мне должен сигнал подать. Так, где же они? Ну где же они? Где мне тут их теперь искать? Ну где же они? Где же мой любимый аниматроник? Чикуля, мы тут! Чика! Чика! А, вон они на крыше! Конечно, вижу! Ой, фу, какой молодец! Спас Фоксика и Мангу! Фух! Ну, слава тебе, Богу! Классно! Мы тут, Чика! Мы тут! Да вижу я! Че я? Че слепая, вижу? Хоть кричать! Сейчас я приземляюсь! Оп-ля! Все, приземлилась! Чуть-чуть, ой, ну чуть-чуть врезалась, ну а че, я еще не сильно умею летать! Фух! Ребята! Ребята, вы живы! Ребята! Фух! Фредди, как ты? Да, все нормально, Чикуля, все нормально. Хорошо как! Фокси! Фокси, ты! Нормально, Чика, нормально, все, нас Фредди спас! Здорово! Мангу, подружка, как ты? Ой, Чикуля, так испугалась! Фух, ты знаешь вообще!
До сих пор еще коленки дрожат. Ну ничего, все живы-здоровы. Так, ребята, это все хорошо, что живы-здоровы. Но я слышала, что Бонни и его брат, магистр Бонни, они что-то вдруг захотели поехать к Чакам. Зачем это они поехать к Чакам? Да что-то там те у них забрали, короче, там разборки такие. Короче, нужно лететь к Чакам и забирать двух Бонников. Конечно, полетели, Чекуля. Конечно, полетели. Да. А можно я не полечу? Нет, Мангу, садитесь все. Мы вас прилетим домой, высадим дома, а сами полетим за Бонниками. Да, да, ребята. Садитесь все, мы никого не бросим. Никогошечки мы не бросим. Всех спасем. Полетели, короче. Ух, Чекуля, ну ты так классно научилась летать на вертолетике. Ну ладно, не надо мне преувеличивать. Ну вообще спасибо, я стараюсь. Это же ты меня научил. Спасибо тебе, мой дорогой. Да не за что. Да, Чекуля, спасибо тебе. Ты нас вывозишь из этого затопленного мира. Так ладно, летим домой. Все, летим домой, ребята. А может, знаешь что, Фредди, давай сейчас приколимся. Как приколимся, Чекуля? Давай я сейчас, как ты, спрыгну в бассейн. Попаду или попаду? Ты что, Чекуля, тут конец света, а ты в бассейн хочешь прыгать? А чуть прям не могу, что ли? Думаешь, боюсь я? Да нет, ну ты же у меня самая смелая. Давай просто спокойно посадим вертолет и все, и пойдем, полетим за Бонни. Нет, не хочу. Хочу прыгнуть с вертолета. Тика. Чекуля. Не прыгну, отстаньте, прыгаю. Я полетела. Ой, попаду или не попаду? Попаду или не попаду в бассейн, а? Ребята, попаду или нет? Так, бам! Ой, промазала. Ну ничего. Ребята, если вы хотите, чтобы вышла следующая серия аниматроников, напишите мне продолжение, чтобы я знал. Напишите слово «продолжение». А вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки. И все такое. Продолжение не забудьте. Напишите хэштег «продолжение», и вас ждет продолжение. Пока!